Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Вы пишете, у гражданской жены есть подросток, сын. Здесь, конечно, возникает сразу вопрос к вам, значит, если ваша любимая женщина, как вы говорите, любимая, беременна, то, соответственно, по какой причине вы до сих пор официально не поженились? Ну, то есть, получается как? Что... значит, беременную вы ее сделали, да? Вот. А, соответственно, замуж вы ее не взяли. Вот. И, собственно говоря, в таком случае возникает вопрос, а насколько она у вас, для вас точнее, насколько она для вас дорога, насколько для вас она, собственно, любима, если вы не готовы взять ее, значит, ну, замуж. Вот. Это первый момент. Надеюсь, понятно. Да, надеюсь, вам понятно. Дальше вы пишете, значит, что ее отпрыск ни в какую не хочет даже слышать о рождении. Ну, потому что мальчик, подросток, бунтует, он избалован. Значит, и плюс у него есть, вероятно, целый набор проблем, связанных, значит, с поведением, с коммуникацией и так далее. То есть полный набор. Полный набор всего этого у него есть. Вот, то есть мальчик, по сути дела, рос, как мы понимаем, без отца, да? Вот. И, естественно, для него то, что происходит, ну, это неприятно. Он не хочет, чтобы... мама, наверное, была с кем-то еще, ну, потому что понимает, что тогда, в таком случае, внимание будет доставаться все не только ему, но и еще будет другой ребенок какой-то. И человек, конечно, боится, человек, конечно, переживает, вот. И я думаю, что это нормально, вам его нужно было успокоить. Вам нужно было успокоить его и сказать, чтобы он не боялся, что вы не будете меньше его любить, что вы не будете меньше о нем там беспокоиться и прочее, прочее, прочее. А получается... пока, что ваше поведение, оно убеждает его в том, что он прав по поводу, ну, по поводу того, что ему будут меньше внимания уделять, понимаете?
какая история. То есть здесь необходимо понять, что с ребенком. То есть почему он не хочет слышать о рождении. Что именно его напрягает. И вам, как старшему человеку, нужно относиться к нему спокойно. В конце концов, он может бояться чего-то. Он может не быть уверенным в чем-то. Вот. И так далее. Это для подростка нормально, особенно если он воспитывался мамой, своей мамой, только мамой. Ну, вы говорите далее, что всю жизнь она воспитывала его одна и все делала для него. Ну, это выбор вашей жены гражданской. За это я его, ее сына, терпеть не могу. Вот эта вот фраза мне не совсем понятна. То есть вы решили сделать своей женой женщину, у которой есть ребенок, и при этом ребенка вы не принимаете. Не кажется ли вам, что это, ну, несколько странно? А если не кажется, то я, соответственно, вам скажу, что нельзя принимать женщину и не принимать ее ребенка, потому что не принимая ее ребенка, вы не принимаете ее саму. Вот. И мне думается, что вот от этой мысли вам нужно отталкиваться. Ребенок-то, собственно, сам, а он, вообще-то говоря, чем виноват, что его воспитывали так? А если вы не принимаете это, то нужно разбираться с тем, почему вы не принимаете. То есть вы, понимаете, вы воспринимаете ребенка уже как взрослого. Вы воспринимаете его как ответственного за свое детство на самом деле. Хотя это, безусловно, не так. И я надеюсь, что вы понимаете. В глубине души, что это не так. То есть нельзя не терпеть ребенка, а если вы любите свою женщину, да, нельзя не терпеть ее ребенка, потому что ребенок — это часть ее, это первое. И второе, значит, опять же, нельзя не терпеть ребенка только потому, что мама всю жизнь делала для него все. Может быть, она делала для него все, потому что чувствовала свою вину перед ним. И потому все делала для него. Понятно, что это неправильно. Понятно, что так не должно быть. Это понятно. Это понятно. Об этом речь не идет. Вот. Момент другой, что приняв женщину, вам нужно принять ребенка.
А если вы, соответственно, не можете принять ребенка, то, ну, здесь как бы уже момент, связанный с тем, а любите ли вы вообще ее, я имею в виду свою женщину, ну, вот. Любите ли вы ее действительно, понимаете? Вот. Дальше, значит, следующий момент. У жены и у него потребительское отношение ко мне. То есть у обоих нет никакого уважения, у нее как к мужчине, у него как к старшему человеку. Смотрите, здесь тоже важный момент. Вы говорите о том, что у них к вам потребительское отношение возможно, но кто его позволил? Разве не вы отвечаете за то, как относятся к вам люди? Разве не вы отвечаете за то, как люди с вами взаимодействуют? Разве не вы выбираете, как людям взаимодействовать с вами? Понимаете? Понимаете, какая история? Какой момент? И исходя из этого, возникает вопрос тогда. Если вы выбрали такую женщину, если вы позволили к себе так относиться, так чья это ответственность? Это ответственность жены, ну, женщины это ответственность. Или это ваша ответственность все-таки, понимаете? Ведь вы позволили этому произойти. Вопрос заключается в том, какие были у вас, собственно, причины, мотивы. Понимаете? Вот это является важным. Действительно. А пока то, что вы делаете, это выставляете свою жену гражданскую и ребенка, знаете, такими, как тиранами, как теми, кто вас притесняет, обижает, оскорбляет, да? Вот. Но ведь, если вы говорите об уважении, что вас не уважают, значит, вы себя ставите как-то не так. Понимаете? И в таком случае можно говорить о том, как вы себя ставите. В таком случае. Можно говорить о том, как вы себя позиционируете, насколько вы в себе уверены. Понимаете? Что нуждаетесь в том, чтобы к вам относились с уважением. Если вы нуждаетесь в том, чтобы к вам относились с уважением, то, скорее всего, в себе вы сомневаетесь. Скорее всего, в себе вы не уверены по какой-либо причине. И с этим, конечно, нужно разбираться. По какой причине вы не уверены в себе? С чем это связано? Что вы не уверены в себе? Дальше.
Она во всем ему потакает, чуть что я всегда неправ оказываюсь, из-за чего постоянные ссоры с беременной любимой женой. Ну, ссоры из-за ребенка, из-за того, что она ему потакает, это на самом деле довольно сомнительная причина для конфликта. То есть нужно понимать, что если вы любите друг друга, то ссориться из-за таких вещей не будете никогда. Почему? Ну, потому что вы же любите друг друга, а это всего лишь ребенок, вот. Но она мать, она хочет, чтобы ребенок был счастлив, возможно. И делает это так, как умеет. Да, она делает это не идеально, но она старается. И прежде чем говорить о том, что она не права или вы не правы, надо быстро выяснить, почему именно она так себя ведет, понимаете? Вот почему именно она ведет себя именно так? Почему она потакает ему, боится отказать? Вот, выяснить у нее нужно. Это первое. Второе. Вы сами можете и, наверное, даже должны ввести определенные правила. То есть какие это правила, да? Например, ребенок может делать все, что хочет, да? Абсолютно все, что хочет, может делать ребенок. Но только за свой счет. То есть если ваша гражданская жена хочет, чтобы вы, значит, ну, допустим, содержали женщину и ребенка, то для этого нужно, собственно, чтобы как минимум они делали то, что вы говорите. И на меньше просто не соглашаться. Вот и все. Но вы же не будете спорить с тем, что это сложно. На мой взгляд, это довольно легко. Довольно легко позиционировать себя так. Если ничего не мешает. А в вашем случае, мне кажется, есть какие-то факторы, которые не позволяют вам ценностно относиться к себе. И если какие-то обстоятельства не позволяют вам ценностно относиться к себе, то это ответственность не жены и ребенка ее. Это ответственность ваша. И вот, собственно, с этой ответственностью и нужно работать. Чтобы вы не делали, например, того, чего вы не хотите делать. Ну, допустим. Чтобы вы не занимались тем, чем вы не хотите заниматься. Например, чтобы вы не делали для людей
то, что не хотите делать или там себе в ущерб, например. Понимаете? Вот это, мне кажется, и является вашим выходом из ситуации. То есть расставление границ. Где я, где ты и, собственно, как мы это совместим. Сейчас, пока еще она не ваша жена, официально, да, вы можете сделать это более безболезненно и более легко, чем, например, когда она будет уже вашей женой. Вот. Но отношение к ребенку и понимание его нужно корректировать, потому что у вас прям какие-то обиды на него имеются. Обиды на ребенка именно. Вот. И скорее всего, эти обиды имеют именно детское происхождение, уже ваше детское происхождение. То есть на ребенка вы проецируете по факту то, что беспокоит и волнует именно вас. Вот. Ну а с учетом того, что вы позволяете к себе потребительское отношение, я думаю, что нужно бы определиться с целями, по которым вы в отношениях находитесь с этой женщиной, с тем, почему вы не взяли ее в жены, то есть не женились на ней, вот, и что конкретно вас раздражает в ее сыне, который вас не слушается, но он как бы и не должен слушаться. Да, а соответственно, если если этого не происходит, если он не слушается вас, то и пускай не слушается. А какой у него мотив? Какой у него должен быть мотив и стимул вас слушаться? Просто так. Вам же нужно заработать у него авторитет. Для этого нужно говорить на понятном языке. А для этого совершенно точно не стоит именно требовать какого-то уважения и внимания к себе. Для подростка нужно просто стать тем, на кого он мог бы равняться. А для этого нужно принять себя и ценностно относиться к самому себе. Вот. Для чего требуется увидеть, что мешает вам это сделать? Какие противоречия есть у вас? Сомнения может быть. Понимаете? Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.